Как лучше или через какую компанию лучше арендовать машину на время вашего отпуска? Машины или мотобайки? Конечно, вы можете арендовать через нашу компанию. Но есть и другие пути. Вы можете просто пройтись по улице и увидеть таблички «Car for rent», «Scooter for rent». Также можете забронировать заранее машину в какой-либо компании. Пожалуйста, будьте аккуратны при выборе компании, с которой вы хотите работать. Когда вы выбрали компанию, обязательно проверьте транспорт на наличие царапин, вмятин. Желательно отфотографируйте транспорт, который вы арендуете, в тот момент, когда вы платите за него деньги, при владельце, для того, чтобы избежать различных непонятных моментов, когда вы будете возвращать этот транспорт. В Хуахене, хочу отметить, не берут паспорт, могут сделать ксерокопию паспорта, но в Хуахене часто берут депозит. То есть, если у вас вмятина, то из этого депозита вы будете покрывать ущерб. Есть франшиза. Обычно в Хуахене весь транспорт, если мы говорим про машину, застрахованы страховкой первого класса. Если у вас возникнут какие-то вопросы по аренду транспорта, машины или скутера, пишите. Цены, опять же, зависят от сезона. Машина в низкий сезон может стоить примерно 15-18 тысяч за месяц, высокий сезон 20-23 тысячи за месяц. Также влияет размер аренды за автомобиль от длительности. Одно дело, вы арендуете на 2 недели, другое дело, если вы арендуете на год. Планируйте бюджет вместе с нами.